Близится Новый год, пора готовить подарки. Самыми популярными считаются сладкие. Каждый ребенок мечтает получить красочную коробку с конфетами и верит, что она от настоящего Деда Мороза. В Армавире роль этого сказочного персонажа обычно выполняет торговый склад «Карамелька». Именно здесь представлен невероятно широкий выбор конфет, выпечки и другой сладкой продукции, которая идеальна как для повседневного потребления, так и в качестве подарка или украшения праздничного стола. Конфеты у нас Оконт, Старый Оскол, Славянка. Ну, есть местных производителей, значит, там Краснодарский край, Ростовская область, там, Ставропольский край, Кабардино-Балкария, очень большой выбор, там несколько производителей. В основном торговый склад «Карамелька» предназначен для оптовых закупок. Но здесь будут рады и пенсионерки, которая пришла приобрести пакетик конфет или печенья. Главное преимущество склада – большой ассортимент и отличное качество от проверенных производителей, а также доступные цены. Покупатели очень довольны. Здесь большой ассортимент всего – конфет, там, печенье, пирожные. Как бы мы здесь всегда берем. Здесь цены идеальные. Зайдешь, посмотрите, все это приятно, посмотреть приятно. Ассортимент, просто ассортиментище. Умнички, кто здесь работает. Цены хорошие, обслуживание, выбор хороший, очень хороший. Часто меняется, что-то обновляется. Специально к Новому году увеличен выбор сладостей, которые обычно кладут в подарочные коробки. Также представлено огромное разнообразие такой упаковки. Всевозможных форм, расцветок, размеров для мальчиков и девочек, малышей и подростков. Можно купить готовые новогодние подарки и не обременять себя хлопотами. Или приобрести яркую коробочку и выбрать именно те конфеты, которые любит ваш ребенок. Кроме того, торговый склад «Карамелька» предлагает широкий выбор свежей выпечки и кондитерских изделий. Действует гибкая система скидок и бесплатная доставка по городу. Торговый склад «Карамелька» расположен по адресу: улица Карла Маркса, 199, база «Клен». Работает с 8 до 17 часов. Приходите, обеспечьте себе сладкую жизнь. Влада Волошина, Евгений Холманских.